Привет, друзья! С вами канал «Учимся отдыхать вместе». Сегодня новости из России. Российским туристам поменяли правила въезда из-за рубежа. Названы новые условия. Со вторника, 7 июля 2021 года, Роспотребнадзор упростил возврат туристов в Россию, в том числе отменил тестирование для привитых от COVID-19 при возвращении в Россию. Также отменены и двойные тесты. Об этом говорится в постановлении главсанитар-врача России Анны Поповой. Изменения внесены новым постановлением главного врача Российской Федерации номер 17, опубликованным на портале правовой информации. При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведения о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19, проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР не требуется, сообщается в документе. Также в документе разъясняется порядок действий для непривитых туристов. Все, кто не болел коронавирусом, а также не сделал прививку, должны будут один раз сдать тест в течение 3 дней после возвращения в Россию. До получения результатов туристам рекомендуется соблюдать режим изоляции. Документ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. На сегодня у нас все. Оставайтесь с нами и следите за новостями.